А вообще, я дико проблемный чел. Йоу, сап, это Тити Бой. Это Young Milo, группа SBMG. Сегодня мы на съемках видеоклипа Даника. И можем проходить в видеостудию, посмотрим, что там творится. Вот и мудрее, поэтому сова всегда... Тут мы заходим в наше помещение, в ангар, где происходит, собственно, съемка. Итак, из центра событий. Сейчас мы находимся на съемочной площадке, устанавливаем стены. Вы можете наблюдать то, что задействовано сразу 8 человек. Можете говорить, что я переборщил, но вся моя жизнь в этих двух портретах. Среди тысячи воздушных змеев надо летать, не подобает не быть лучшим. А я пишу, потому что умею. От меня до Даника ровно 1.5 метра. Мы можем наблюдать то, что он уже готовится к съемке, и то, что все бодро. Мои мысли, мои мелодии. Мои слова, мои мысли, мои мелодии. Хотите, верьте, хотите, не верьте. Но хотите, не верьте. Но для кого-то это наркотики. Для кого-то это наркотики. А для меня это лекарство от смерти. Я могу убедить себя в чем угодно. Этот расклад уже в принципе старый. Но вот сейчас непонятно одно мне. Почему мне стали снова сниться кошмары? Объяснить это никак нельзя. Я видел их немало под пухом и ситцем. Но когда открываю глаза, они только продолжают мне сниться. Я оглядываюсь вокруг и... Сейчас просто я здесь сижу специально, чтобы мне было видно все, обзор. Я вижу, как это все происходит, дым, съемочная группа вполне шикарно себя проявляет, мне очень нравится, мне нравятся эмоции Даника. Чтобы подержать майк и уйти, в такие моменты понимаешь, зачем лев на плече и кот на груди. Мои слова, мои мысли, мои мелодии. Мои слова, мои мысли, мои мелодии. Хотите верьте, хотите не верьте, но... Хотите не верьте, но... Для кого-то это наркотики. А для меня это лекарство от смерти. Я уже стал увереннее себя чувствовать перед камерой. Потому что я, по-моему, за сегодня был перед камерой больше, чем за всю жизнь. Мне это стёбно, это пиздатый опыт. Мне нравится. Мне нравится, на самом деле, участвовать в съемочном процессе. Я помогаю. Смотрите сами, что здесь происходит. Хотите, верьте, хотите, не верьте, но... Хотите, не верьте, но... Для кого-то это наркотики. Для кого-то это наркотики. А для меня это лекарство от смерти. День прошел очень сумбурно, при этом слаженно и сработанно, я не знаю, понимаете, как хотите. Мы все усталые, но очень довольны работой, потому что мы все сюда пришли, чтобы порадовать вас и снять клип, и мы это сделали, походу, уже. Мы пойдем, наверное, отдохнем, почилим, поспим.